прям сижу в прайсе, иду с закрытыми глазами, главное не рыхнуть. Не споткнись. Ванильный день Святого Валентина. Вау. Ой, так держи. Я пошла. Куда? Прямо сейчас ты Это Зара. Да, это Зара. Чизкейк для котика – это облегченная версия десерта. Так, я вчера хотела очень сильно залезть ложкой в кусок торта котика. Сейчас я буду это делать. Я уже там немножко поковырялась, не знаю. Когда ты успела? Ну, когда я вытаскивала его из коробки. Чизкейк – потрясающая вещь. Ну, одни с масками такие. Чуть-чуть. Гуляем по Брэд Даунтауну. А мы пошли в ресторан, который называется Жуйкаку. Вот, вот я там ни разу не была еще. Хочешь? Ну и как? Живется? Не знаю, как это читается, но я читаю это как живу как. Очень да? Одна моя знакомая говорит, что вот именно такое, это quality time spending, типа качественное проведение безделья. Вот мы сейчас качественно бездельничаем. Куча садов. Я сейчас ехала и читала в Википедии про Huntington Gardens. И там просто... Я не уверена, что мы сегодня все посмотрим. Пойдем? Сейчас, подожди, я билет еще. Получаем дирекшнсы. Нам нужно туда, если мы хотим посмотреть Chinese и Japanese gardens first. Общая территория изначально, когда эти сады только купил этот мистер Хантингтон в 1903 году, насчитывала 600 акр. А акр это 0,4 гектара, гектар это 100 на 100 метров. В общем, территория просто гигантская. Сейчас это все уменьшилось до 100, по-моему, 20 гектаров, и вот это все сады занимают. Невиданной красоты цветочки. Ой, как раз у него пчелка села. Это камелия. Такие очень интересные у них бутончики. Как розы, только другие. И вот такое вот целое дерево. Это
камелий. Вик уже себе камелию в кармашек засунул. Мы вроде вот сосна сосной, и сверху она коротенькими, но вот здесь вот везде видно, что они такие очень длинные, свисающие ветки, иглы с игольчатые. И такой запах. Гималайская? Это гималайская сосна? Cedrus Dior. И мы идем в Chinese Garden. Вот указатели. Конечно, потому что зима, сегодня 15 февраля. Все, они, может быть, не в таком цвету, как здесь бывает летом. Дерево, которое растет вниз. Так интересно, у него ветки направлены вниз. А, кстати, вот маленький нюанс, который я только сейчас заметила. Если посмотреть внимательно, то вот здесь вот везде все эти деревья привязаны проволочками. Видимо, так специально они создают вот такую вот форму, чтобы они не росли вверх, а росли вбок. Японский сад. Обзор. Японский, в отличие от китайского, он такой более запущенный, я бы сказала, более дикий. Больше растительности. Ну что, покемончик, пойдем? Пойдем погуляем. Лев пошел в джунгли. Японские бонсай гарден. Всякие-всякие. Тут экспозиция бонсай всяких. Мини-мини деревья. В общем, это на самом деле всякие разные совершенно деревья. От граната до оливок. Их просто специальным образом выращивают. Нам стало очень интересно, как это делается. Мы почитаем, когда приедем домой. Лес на тарелочке. Такие забавные формы деревья. Называются bottle tree. Бутылочные деревья. Они правда имеют форму такой бутылки, а мне издалека показались они как гранаты такие. Жирненькие и зелененькие. Вообще мы ходим туда просто ржем над названиями. Каждое дерево имеет свое название. Вот там у нас есть что? Шибахуеши. Шибахуеши. Суслик. А, суслик? Ты такая шкодная. Смотри, в лавках держит и ест. Эф. Привет. Че ты еще покушаешь? Это белка или это суслик? Это белка, по-моему. Шустрая такая. Ой, она сейчас все цветочки сгрызет. Она говорит, дайте, если что у вас есть, дайте. Ну их как-то называют? Тут изучают, кто белки, а кто не белки. Я забыл. О, это такие кактусы крутые. Смотри, какие шарики. Необычно тогда ведь. Такой как будто нереальный пейзаж. Дорожка с кактусами. Ой, я чуть не нашла на один. Садись. Нет, спасибо, дорогой. Huntington Art Gallery. Картинная галерея, галерея искусств. Такой вот дворец от гроха. Мистер Хантингтон. Еще удивительное количество мест. Столько собрано растений. Привезено со всего мира. Прямо вот идем. Каждое растение имеет табличку. Подписано, откуда оно, как называется. И главное, имя дано каждому растению. Это наш замок. Показывай. Я буду вот здесь в кофе пить, да? В халатике. Где ваш кофе, мистер Хантингтон? Четыре часа гуляли по этим садам. Нагулялись. Но было прикольно. Это больше 100 лет этой коллекции. Организован был этот, на самом деле, Garden сад в 1919 году. Чувак непростой был, короче, правильно женился.
И вот и они начали вместе с женой организовывать.